Всем здравствуйте, меня зовут Павел Анов, я главный редактор нового русского портала вечерка.ее. 43 года тому назад, 1 августа 72 года, это был день вторник, в Таллине вышел в свет первый номер газеты, ежедневной газеты «Вечерний Таллин». Там были свои проблемы, где-то в конце 80-х, 90-х, после этого ее не стало. И теперь, 31 августа 2015 года, в эфир, так сказать, вышел портал вечерка.ее. Это своеобразный ребрендинг теплого и достаточно оригинального бренда «Вечерка». В простонародье все назвали эту газету «Вечеркой», поэтому и мы перехватили это название. И о целях, так сказать, портала «Вечерка» можно прочитать цитату именно из этого номера от 1 августа 1972 года. Николай Югансон, первый секретарь Таллинского горкома партии Эстонии, в своем вступительном слове «С днем рождения» написал следующее. «Необходимость издания городской газеты на русском языке продиктована самой жизнью. Ведь Таллин стал родным городом для многих русских, украинцев, белорусов и представителей других национальностей. Они живут и трудятся рядом с эстонцами, как одна большая семья. Вечерний Таллин поможет им больше узнать о своем городе, о том, чем живут сегодня таллинцы, какие проблемы их волнуют. В принципе, за некоторыми изменениями можно это сказать и про наш портал вечерка.ее. Заходите, читайте и будьте с нами».